Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас огромный заказ из интернет-магазина Fix Price. Тут прям такая огромная коробка. Давайте вместе открывать. Вот прям очень много всего. Почему именно в интернет-магазине? Мне вообще нравится очень выбирать в интернет-магазине. Во-первых, в удобное время, когда ты можешь. Если мы едем в сам Fix Price, мы, естественно, едем с Крис, и там особенно не походишь, все не просматриваешь, не потрогаешь, не повыбираешь. Ну, ребенок маленький, не терпится и так далее. Вот. А тут как раз 3 дня с 13 по 16 декабря Fix Price была бесплатная доставка, что невозможно радует, потому что так у них доставка с Деком или Боксбери была в районе 500 рублей, хотя он находится в 10-5 минутах езды от дома, как бы, да, ну вот так, а тут они вдруг что-то расщедрились и решили бесплатную доставку сделать, здорово, поэтому, конечно, заказала, давайте разбираться. Так, первое, что заказала, это ручки для правильного письма, взяла Ксюшки вот такие, и Крестюшка с ручками играется, поэтому они у нас вечно куда-то теряются, они нам нужны, очень интересные ручки, 3 штуки. Я сейчас, девчонки, посмотрю, если чек есть, я вам его сфоткаю в конце, потому что тут такая огромная накладная, прямо аж в несколько листов. Да, я вам в конце тогда покажу, но тут с перерасчетом, по-моему, все равно цены на скидку. А так цены все есть. Смотрите, сколько листов. Но у меня много, конечно, позиций. Вот. Так, давайте ручки с вами распакуем, посмотрим, чтобы сейчас не лазить, не искать, подписывать. Это тоже долго, я вам ручу. Его покажу в конце. Вот такая вот для правильного письма. Да, здесь есть такие грани. Это все силиконовое. Ой, как здорово, правда, удобно держать, котен, слушай. Она у меня, конечно, правильно давно пишет, но она удобная. О, а еще здесь какая-то штучка на ручке. Это всегда так не делают. Смотрите, да, она снимается, и все. Держи, пробуй. Ну, в черновике только пробуй, в чистовике не пробуй, а то будет отличаться. Ребенка сидит, домашнее задание тут делать, пока мама снимает видео. Ручки хорошенькие. Ну-ка, покажи, как пишет. Вот. Ну хорошо пишут, что тоненький стержень, да? Тоненький, удобный стержень, как бы все отлично, все нормально, здорово. Можешь ей писать, если хочешь. На, бери одну Крис, оставим одну, а две тебе. Так, взяла вот такой шарик для стирки. Я периодически иногда стираю с губкой. Обычной губкой для мытья посуды, знаете, такой лайфхак. Она всякие волоски, которые на одежде, а сейчас зима, много шерстяной одежды и так далее, в себя вбирает. Если я ее не кладу и стираю что-то такое вот, что, ну, слегка линяет там, да, шерстяной или еще что-то, то может вся одежда быть в каких-то вот маленьких волосиках, пылинках и так далее после стирки, да. А губка это все дело в себя вбирает. Но губок нужно много, потому что ее хватает где-то на стирок 5, потом ее надо менять, она вся застирывается, такая уже волосики эти не брят. Хочу попробовать шариком, кстати, никогда не стирала с шариком, вот попробуем с вами. Если не зайдет, выстирать как раз. Обычный шарик, пластиковый, крепкий, все нормально. Так, дальше поехали. Вот такую книжку взяла. Монстрики для купания Крестюшки. Я знаю, они тогда будут цветными. Она еще музыкальная какая-то. Да, музыкальная. Нарисованная. Не знаю, от чего она работает, почему она музыкальная. Может быть, она просто пищит. Так, музыкальная для купания. Слушайте, достаточно большая такая и добротная. Давайте откроем, посмотрим. Господи, как я люблю покупочки Fix Price. Пока ничего не пищит. Но что-то тут какие-то штучки есть вот тут. А, просто пищалка она. Вот такие тут монстрики. Мне кажется, ее можно раскрашивать, нет? И нет. Водой нужно. А, раскрась водой, да. Здесь вот эти вот белые монстрики, они от воды становятся другого цвета. Мне кажется, ей понравится. Книжку. Ну вот ты вот тоже будешь с ней купаться. А так они просто пищат. Здесь на каждой странице в середине она чувствуется, есть такая пищалка. Слушай, ну прикольно, прикольно. Мне кажется, ей будет интересно, когда они вот будут нет. цвет менять. И тебе. Ну, так, ты уроки делай, пожалуйста, дорогая. Вот, дальше взяла две упаковочки Чокопай, они самые дешевые Fix Price, и на них сейчас еще по карте какая-то дополнительная скидка. Шоколадный и классический. Так, дальше тут что-то такое огромное. А, она такая большая, я думала, она будет поменьше. Мне для двух цветов, да, это лейка. У меня лейка старая, и у нее уже тут налет такой, ее уже не очистишь. Господи. Это намек на то, что будут у меня цветы в большем количестве, потому что один как раз хлорофит мой вроде начинает свести, у меня никак все не удается размножить, потому что кот поджирает его. Только я их рассажу, они начинают расти, он их сжирает. Буду где-нибудь прятать высоко, размножу, будет у меня много, я обожаю этот цветок просто, много их. В общем, вот такая вот лейка. Тут какая-то вставка, к чему она непонятна, зачем она нужна, ну ладно. Но такая вроде ничего добротная, огромная, такую надо в сад сложить. Но по факту внутри
У нее 2 литра, насколько я знаю, потому что вот можно было сделать поменьше, но без вот этих вот всех выдумок. Ну ладно, огромная, пипец, вообще, я думала, меньше будет. Так, взяла плюшевые салфетки бумажные, 230 листов, пригодятся. Такое счастье, я знаю, такое. Да, нужно всегда. Мы с вами здесь открываем и будем их доставать. Можно личико вытирать, когда умываешься, можно там еще для чего-то применять. Ну, в общем, они пригодятся, в ванну поставить. Красота. Ладно, не буду сейчас открывать, это долго. Дальше взяла Ксюшке вот такой вот красивый блокнотик. Кстати, там, когда в интернет-магазине, ну, в приложении Fix Price делаешь заказ, в комментарии каждой позиции указываешь, какой желательно цветом товар прислать, потому что их же много. Я пока смотрю, вроде все, как я писала, так и прислали. То есть указываешь. Ну, естественно, потом девушка тоже перезванивает. Некоторых позиций не было в наличии, мы с ней пообсуждали. Она сказала, что приложение ведется отвратительно, практически не ведется. Я говорю, ну ладно, мы им отзыв накатаем. То есть вроде товар в приложении есть, на самом деле его по факту уже 100 лет нету. Как черновик. В школу с собой брать компактный, 6, по-моему, размер здесь. То есть она вот так как раз там на контрольной достала и сидит себе там, записывает, решает. Вот возьмите, пожалуйста. Четверть кончается, мама созрела. Так, дальше лазерная указка. У нас очень любит Крестюшка с ней играться и Максик. А особенно она любит, когда Максик с ней играется. Она дико ржет, когда он за ней прыгает и так далее. У нас все указки посломались, батареек у нас много, а тут даже батарейки в комплекте. В общем, цена копеечная. 12 насадок, которые нафиг не нужны. В принципе, одна нужна классическая. Надеюсь, это подольше прослушать. Мы уже не раз такую брали, поэтому так. Так, дальше карандаш кулинарный. Последний он был совсем, девушка мне перезванивала. Я хотела в ментоловом цвете, потому что мне розовый ни к чему, но пусть будет розовый. Тоже цена копеечная. Иногда вот хочется что-то украсить, выпечку какую-то. Поэтому такая штука, она пригодится. Надеюсь, добротно. Это китчен у нас с вами, если что. У китчен что-то есть нормальное, что-то прям полное г. Он полностью мягенький, силиконовый. Вот это пластик. Он у нас с вами как шприц, по сути. Слушайте, можно обычным шприцом 20-кой все эти дела было проделывать. Ну ладно. Сюда заливаем, вставляем. Выдавливаем, украшаем. Ну, классно, маленький, удобный, компактный. Так, взяла Ксюшке бутылку, потому что она все свои бутылки потеряла, в том числе бутылку Фаберлик, мне кажется, в школе или на катке где-то забыла. Взяла ей вот такую вот новенькую зеленую бутылочку, достаточно удобную. Нигде она тут не просиликонена, но, надеюсь, проливаться не будет. Посмотрим, попробуем, воды зальем. Кстати, вот эта штучка тоже не туго закрывается. Ну, посмотрим, проверим. Веревка тут еще есть внутри. Так, поехали дальше. Так, из вкусняшек взяла тоже копейки, вообще сушеные бананы на перекус Крестюшке, Ксюшке. Я вообще сама такое дело люблю. Я очень люблю папайю тоже. Она прям по карте что-то была прям очень дешево. Класс, супер. Я уже брала не раз, знаю, что вкусно. Так, взяла санфор для... Санфор, санитол. 2 штучки для прочистки труб. Девочки все многие хвалят. Аленка Резон хвалит. А я никак не могла его застать в нашем фиксе. А вот на заказ, видите, был. Поэтому попробую сегодня почистить трубы. У меня нет никаких засоров. Я это всегда все делаю для профилактики. Взяла вот такую ручку стилус с фонариком Ксюшки для планшета. А тоже вот эта вот марка Flex, тоже Reflex. Стоит совсем бюджетно. Мы брали стилусы и дорогие, но они у нас терялись, ломались. Крестюшка нам в этом помогает очень. Вот такой теперь стилус. Вот эта пимпочка. Ладно, Крестюшке не давайте, она их сразу отгрызает. Так, и... Нет, тут фонарик. И вот тут фонарик. Такой, зачем он нужен, не знаю. А может быть и ручка, да. Сейчас. Ой, да, тут ручка. Но я ее как-то не так вскрыла, мне кажется. Да, она откручивалась. Вот тут, что ли? Да. Нет, не тут. Вот эта сама пимпочка. Слушай, ну на, попробуй, я не понимаю. Короче, там еще ручка внутри. Многофункционал такой. Так, взяла Ксюшке, она очень давно просит бомбочку с игрушкой, да. Потому что ей безумно нравится находить там игрушки, вот будет искать. Следующее, взяла вот такие 2, по-моему. Вот, бомбочка тут внутри, но она как-то поломалась почему-то. Ну вот я тоже не понимаю смысл ее там существования, она там нафиг не нужна. Взяла вот такой вот... Хлопушка, не хлопушка, праздничная, пружинная хлопушка на Новый год. Ну, мне кажется, там типа мишуры какой-нибудь золотой выскочит, да, судя по всему, и все. Она какая-то с наполнителем из разноцветного конфетти, вот. В общем, наверное, тут такой поворотный механизм, чпок, и все вылетает где-нибудь на улице, взорвем. Так, взяла чай, чай, кстати, не запакованный вообще приходит. А, нет, приклеенный. Кертис Вэри Берри. Это у нас с вами малинка и что-то еще. Кертис чай неплохой. Сейчас и Ксюшке завариваю в термосе.
яркие ягодные вкусы с собой на каток, поэтому вкусненький вот такой. Так, дальше взяла вот такую девчонке крышку, приспособу. Надо будет попробовать, работает или нет вообще для сливания, чтобы дуршлаг не использовать. Это вроде такая компактненькая, можно даже повесить куда-то, и мне подходит она тоже под дизайну на кухне, подо все. В общем, сливать там, ну, макарошки, когда варишь, рис и так далее. Вот так вот на кастрюльку надеваешь, я сейчас попробую, работает или не работает, и сливаешь. Интересно, у кого такие есть, напишите. Так, дальше, ой, тут из еды у меня горошек. Нет, это не горошек, это кукуруза, 6 соток, дешевле всего она тоже в фиксе. Это горошек, 6 соток, мне нравится, 6 соток, очень достойные. Так, из вкусняшек вот такие грибочки. У меня и Ксюшка, и Крестюшка их очень любят, так тоже полакомиться вкусняшками. Дальше еще банка оливочки, это мне, я одна их в семье люблю, без косточки. Ой, как я их люблю, тоже очень дешево. Потом взяла вот такую вот ленточку беленькую. Для чего взяла? Это снежное кружево 3,8 на 3 сантиметра. Взяла ее для того, чтобы упаковывать подарочки под елочку. Такую белую, красивую. Так, дальше что это? А, карандаши. Набор простых карандашей взяла. Подзаканчиваются все. Крестюшка тоже очень любит такие ими играть, рисовать. Да, и они такие вот интересные, пупырчатые, слушайте. Ну, это просто как там дырочки, но и краска. То есть пупырышки эти, они не выпирают. Интересные карандаши. И их здесь много, 10 штук, наверное. Даже 12, слушайте. Да, 12 штук. Их здесь много, они уже поточные, они такие треугольные. Вот, видите, тоже удобно в руке очень держать. Классные карандашики. Так, держи, клади себе сразу парочку в пенальчик про запас. Заказала вот такие вот подставочки, подложку, хорошо были в цвете, который мне подходит, тоже другому бы я не взяла. Это две подставки, но когда что-то готовишь, половничек положить, ложечку, да, чтобы стол не пачкать. Вот такая вот красота. Мне понравилось. Здесь две ложки в комплекте и очень тугая наклейка, поэтому я сейчас буду как-нибудь ее рвать. А может быть, у нас и получится ее снять. Нет, она прям такая очень тугая. Симпатичненько, красиво, цвет мне понравился. Давно хотела приобрести, и вот, наконец-то, нашла фикси. 100 наклеек. Вот они такие две. Большая и поменьше. Хорошенькие. Такой нормальный пластик. Это, кстати, внутри матовая. Не знаю, как мыться будет, а это гладкая. Вот такие. Можно как две вот так использовать. Ну нет, зачем две потом мыть? Так, дальше. Морскую соль взяла. Вообще копейки, килограмм. Без добавок она у меня, по-моему, да, натуральная, без добавок Крестюшке купаться, но и Ксюшке тоже добавлять в ванну, она после соли у меня очень быстро засыпает. Вот так она на нее влияет. Дальше, девочки, взяла вот такую вот скраб-маску против прыщей чистой линии, хочется попробовать, у меня все скрабики позаканчивались, а я скрабироваться очень люблю. Белая глина, цинк и мята, будем с вами во влогах пробовать, ничем не закрыто. Что это больше маска, мне кажется. А, нет, это больше гамажек. Здесь много мелких таких скрабирующих частичек. Камера их не передаст, но я чувствую их прям много-много мелких. Аромат, как у огуречного лосьона. Цветочная душка такая. Очень яркая цветочная душка, но приятная. Мяты я здесь не чувствую. А тут белая глина, цинк и мята. В общем, для жирной кожи, мне кажется, хорошо подойдет. Так, дальше взяла пакеты. Пакеты для заморозки. Они с завязками идут. Я их беру как пакеты для завтрака. Что-то с собой там муж на работу берет и так далее. Они просто самые прочные. Обычные пакеты уже давно не беру, только вот такие вот. Так, что взяла? Перекись водорода, потому что в доме закончилась. Я быть должна флакончик тоже вообще копейки. Так, дальше взяла вот такую упаковочную бумажку еще. У меня уже много есть, но еще вот такая вот пригодится. Голубенькая с варежечками. Красивая бумажка. Взяла, наконец-то, тоже давно хочу, жидкое хозяйственное мыло 72%. У меня есть кусковое. Иногда вот надо. Вот иногда вот нужно прямо оно, а его нету. Вот с жидким гораздо удобнее. Надеюсь, что оно не будет по своим свойствам сильно отличаться от кускового хозяйственного. Так, и последнее, самое красивое. Сейчас открою пупырку, покажу. Вот. У нас тут раз был. У нас, мне кажется, ни разу не было. Был. Мы как-то все время собирались купить и никогда не попадали. Это снежное кружево. Они в разном дизайне. Я тоже отметила, что хочу именно красный, именно со снеговичком. Были зеленые какие-то. Ну, твой, конечно. Вот еще открыть бы, тут дно заклеили. А там, наверное, ничего нет. Он, наверное, у нас не мигает. Да, тут батареек ничего нет. Он просто вот, просто шарик. Вот такой вот. Ну, то есть вот так. Классно.
Не было у нас, не было. У нас какой-то был, хотя он другой, у нас домик есть, там еще что-то. А именно Шарик мой был. шарика, да, я не помню, почему, откуда он у Домик, нас наверное. делался. Ну, Не разбился понятно. просто. Ты думаешь? Ну, короче, вот теперь шарик держи. Так, ну и вроде все, мои хорошие, разобрали эту тяжелую покупку. Так, сейчас я вам чек покажу. Смотрите, вот показываю вам накладную с ценами. Надеюсь, вот так все видно. Что почем, можете на паузу нажать и посмотреть. Ну, все как-то так бюджетненько. Много всего и бюджетненько. Вот второй лист накладной. Самое дорогое у нас тут что? Вот этот как раз волшебный шар и мыло хозяйственное. Все остальное прям дешево. Ну, на этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Пишите, что новенького вы себе приобретали в Фикспрайсе. Может, что-то интересненькое. Я пропускаю. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.